Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами Таро прогноз, карта дня на 30 октября 2023 года. Давайте с вами посмотрим, какой это будет для нас день, что он нам принесет. Итак, прогноз у нас для представителей всех знаков зодиака. Тайм-коды я напишу ниже под видео в описании. Общая карта дня. День достаточно такой серьезный, активный. Будем принимать какие-то важные решения. То есть тут нужно будет дать какой-то конкретный ответ. Да, согласны или не согласны, допустим, с чем-то. Может быть, будут вопросы, связанные, допустим, с трудоустройством, да, оформление каких-то документов, возможно, получение статуса, общение с влиятельным человеком, может быть, в этот день. Что в позитиве? Полная трансформация. Что-то в вашей жизни будет меняться. Так, как было раньше, уже не будет. Но эта трансформация будет с благополучием. Что в негативе? В негативе будет то, что если человек придирается к каким-то мелочам и не проходит, да, какие-то изменения, отцепляется за что-то и пытается удержаться за то, что есть. На что следует обратить внимание? На некую женщину, которая может вас просветить, которая может вас вдохновить, допустим, через которую вы себя можете как-то реализовать. Так, что в личных отношениях? Любовь. Важным будет вопрос отношений в целом, партнерство, союз, совместные решения, совместные какие-то хлопоты. Чувство признания, поддержка. Что в рабочей сфере? Исполнение желания. То есть какое-то желание исполнится. Получение каких-то хороших новостей. Шанс, возможности. Приятное общение в целом. Какой-то день для поиска работы. Хороший. Ищите, вполне вероятно, что что-то стоящее найдете. Как пройдет запланированная встреча? Ну, встреча будет такая, напряженная, можете играть друг перед другом, знаете, как-то нет искренности здесь. Какая-то игра может быть, манипуляции возможны. Если вы планируете покупку, какой-то день для покупок, хороший, покупайте, приобретайте. Так. Можно ли давать деньги в долг? Нет. Можно ли брать в долг? Нет. Можно ли брать в кредит? Нет. Общий совет карт. Император. Два императора у нас выпадают. В этой колоде у нас двойные карты императора и королей. Так вот здесь, знаете, нужно определить для себя, кем вы хотите быть. Да, вы хотите быть честным, да, вы хотите быть уважаемым, допустим, человеком, вы хотите действовать по справедливости, или же вам нужна власть для того, чтобы управлять другими людьми. То есть тут должна быть честность, честность перед самими собой. Что конкретно вам в этой жизни нужно? С какой целью вы что-то достигаете? Будьте более хитрыми и более ловкими. Так, и магическое послание. Скачок веры. Пойдите на риск и осуществите сокровенное желание сердца. Вот так. Я думаю, что именно с этим и связана трансформация. А, смотрите, здесь две карты выпали. Беззаветная любовь. Любите себя, других людей и ситуации, невзирая на внешние обстоятельства. Хорошо, смотрим дальше. Сейчас.
это дело соберем. Овны, карта дня для вас. Овны здесь разгадают какую-то загадку, какую-то тайну. И знаете, здесь скорее всего, что вы узнаете о том, как обстоят дела у вашего обидчика, допустим. Может быть, кто-то вас когда-то обидел, поступил по отношению к вам нечестно. И вот в этот день вы скорее всего, что узнаете, во-первых, истинные мотивы, причины, почему человек так себя повел, да, почему вы попали вообще в такую ситуацию? То есть тут как будто бы для себя вы проясните что-то, откроются тайные знания вам. Вы сможете для себя все определить. Также в этот день вы узнаете о тайных врагах, что говорят о вас за спиной. В целом вас ожидает счастье, успех в каком-то деле. Так что вы на правильном пути. В чем будет сила овнов? В честности. Ну, в честности, искренности. Совет. Защищайте свои интересы, защищайте свои права, свое имущество. То есть вы должны стоять на страже всего этого. Тельцы, карта дня для вас. Так, ну для тельцов здесь день будет очень интересный, насыщенный. Вы будете что-то изучать, узнавать что-то новое. Будете заполнять какие-то документы, либо будете, знаете, может быть, писать диплом, диссертацию, допустим. Какую-то работу вы будете оформлять. И, ну, я имею в виду, что вот как научная работа здесь, какой-то труд у вас будет. Также вы найдете для себя какой-то интересный, какую-то интересную возможность вот реализации, как-то заявить о себе. Либо вы встретите человека, через которого вы сможете заявить о себе. Может быть, это какой-то редактор, допустим, или это издательство в целом. То есть, может быть, кто-то будет публиковать ваши труды. Может быть, это, скажем так, сотрудник какого-то рекламного агентства, который сможет вас распиарить, к примеру. Да? То есть, тут как будто заявят о вас, что вот вы есть, у вас есть такая работа, что вы умеете. И вы все это будете совмещать еще и с обучением. То есть, тут нет как окончание чего-то. Тут идет какой-то процесс плюс обучение. В вашем окружении есть люди, которые вас поддерживают, на которых вы можете полностью положиться. Так. В чем ваша сила? В неком мужчине. Ну вот через какого-то человека вы получите благополучие. Совет. Полагайтесь на партнера. Не действуйте в одиночку, действуйте сообща с кем-то. Близнецы, карта дня для вас.
Для близнецов день будет нелегкий. Тут, во-первых, возможны какие-то дороги, поездки, движения, да, то есть какое-то движение вас ожидает. Это раз. Во-вторых, вам предстоит откуда-то уйти. Может быть, это какое-то место, да, то есть, может быть, вы уйдете с работы, допустим. Может быть, вы будете переезжать в другое место жительства. То есть, может быть, вы будете переезжать в другой город, страну, к примеру. Либо вы уйдете от каких-то иллюзий, от каких-то ожиданий, от чего-то откажетесь и поменяете вот курс своего движения. То есть, вы как будто поменяете какую-то цель, поставите перед собой другую цель. Потому что поймете, то, что было раньше, для вас уже не столь актуально. Может быть, ощущение тяжести какого-то тяжелого рока в этот день. В чем ваша сила? Вашей искренности, вашей честности. Совет. Проявляйте себя, творите. На самом деле, если в какой-то ситуации вы потерпели неудачу, да, то есть, ну, что-то не получилось у вас, это не означает, что все окончено. Нет, вам предоставятся другие возможности себя реализовать и воплотить желаемое в реальность. Раки, карта дня для вас. Так, ну для раков хороший день. Здесь будут вопросы, связанные у вас с финансами. Может быть, вы получите деньги в этот день. Будете ими как-то распоряжаться. Что-то будете решать, связанное с домом, с приобретениями, с какими-то ценностями. Актуальными будут вопросы накопительства. Также вы сможете найти ключ от какого-то, я не знаю, шкафа, допустим. Может быть, кто-то ищет какой-то ключ, либо от шкатулки какой-то. В общем, от какого-то замка вы найдете ключ. У некоторых это проиграется так. В то же самое время вы найдете ключ к решению там той или иной задачи. И скорее всего, что решение будет заключаться в финансах. Далее, в чем ваша сила? В умении дружить. Совет. Полагайтесь на партнера, не действуйте в одиночку. Принимайте решение совместно с кем-то. Далее. Львы, карта дня для вас. Для львов будет поворот в судьбе, да, поворот какой-то будет в вашей жизни, изменения какие-то. Знаете, тут будет меняться что-то такое, что связано с вашим благополучием. То есть вы получите благополучие, но не так, как вы того хотели, не так, как вы себе ранее планировали. Вам придется пройти через какие-то определенные изменения для того, чтобы достичь успеха. К этим изменениям, вполне вероятно, вы не совсем готовы, чего-то вы не ожидаете. Но если вы не испугаетесь, если вы решите таки да, рискнуть, тогда я думаю, что у вас все получится. И у вас появится возможность что-то начать с чистого листа. В чем будет сила львов? Ну, в вашей целеустремленности, вот в вашем внутреннем стержне, в вашем желании достигать чего-то. Совет. Научитесь получать удовольствие от того, что происходит. Ищите в этой ситуации позитив для себя.
Девы, карта дня для вас. Ну, знаете, здесь я думаю, что для дев будет день достаточно такой насыщенный, серьезный и в какой-то степени может быть еще напряжение. Но, смотрите, вам может казаться, что все как-то рушится, что вы планировали что-то одно, да, в итоге получается другое как-то. Но я вам скажу так, то, что, допустим, вы не смогли уберечь, то, что вы не смогли как-то, допустим, проконтролировать, вот вы это все отпустите, потому что на самом деле, может быть, раньше вам казалось вот эта ситуация, что она является для вас хорошей, позитивной, там какая-то обстановка, коллектив, допустим, место, и вы за это что-то держались. Но там все как-то трещит по швам, да, башня, которая разлетается тут на кусочки. И я вам скажу так, что это, в принципе, для вас хорошо, что так получается, потому что вот эта ситуация, этот коллектив, допустим, это место воровало ваши ресурсы. Поэтому хорошо, что оно как уходит. Что вы не смогли, да, это удержать что-то. Перед вами откроются новые возможности. Так что не заостряйте свое внимание на том, что уже следует отпустить. Ваша сила будет заключаться в, ну, во-первых, вашей собранности, вашей целеустремленности, вашем внутреннем стержне. Совет. Взращивайте что-то. Вам предстоит определенный рост. Поэтому вам нужно оберегать вот какое-то начинание. Да, вот вам надо в это начинание вложить какие-то свои силы и ресурсы. Отпустите то, что уже уходит. Что-то новое будет у вас в жизни. Весы, карта дня для вас. Для весов будет какой-то поворот определенный. И смотрите, здесь на самом деле какой-то кармический урок вы проходите на данный момент. Есть определенные ограничения у вас в жизни. Вы хотите большего. Вы готовы к чему-то большему. Но есть определенные обстоятельства, которые не пропускают вас. Вам может казаться, что эти обстоятельства связаны с другими людьми, но на самом деле это судьбой вот так вам дано на сегодняшний день. Поэтому не старайтесь проломить что-то, да, не старайтесь как-то силовым методом воздействовать на кого-то или на что-то. Нет, вам нужно подумать, почему в вашей жизни происходят, да, вот имеют место быть вот эти вот преграды. То есть вы должны пройти и усвоить какой-то урок. Здесь пока что нет речи как об освобождении от чего-то. Нет, вы должны понять, почему вы попали в эту ситуацию и чему эта ситуация должна вас научить. Важной для вас будет некая женщина, которая может дать вам дельный совет и прояснить что-то. В чем будет ваша сила? Ваша жизненная энергия. Так, совет. Сосредоточьтесь на чем-то, больше медитируйте, думайте.
Скорпионы, карта дня для вас. Так, ну, скорпионы здесь будут решать какие-то финансовые вопросы, будете договариваться о работе, о каких-то делах. Но дело в том, что эти дела не приносят вам удовольствия. То есть как-то скучно, все не то. Вы бы хотели вдохновиться, вы бы хотели как-то более эмоционально подойти к какому-то вопросу, получить какую-то отдачу, не только денежную, да, но вот какую-то подпитку вы для себя хотите. Но скучно. Скучно. Пресно, как-то так. Начинается что-то новое в вашей жизни, какой-то новый период. Но пока что вы не особо заинтересованы в нем. В чем будет сила скорпиона? В вашей внутренней целеустремленности, в вашем стержне, в вашем характере. Совет. Проявите себя, да, проявляйте свои таланты, не скрывайте их, не умалчивайте о чем-то. Будьте более энергичны. Стрельцы, карта дня для вас. Для стрельцов день будет хороший. Будете общаться с человеком. Это может быть казенный какой-то человек или специалистом в той или иной области. И через этого человека вы получите свой интерес. Да, то есть как будто через него вы получаете работу, да, решение вопросов, связанных со здоровьем, допустим. Можете поменять ваш статус, улучшить ваше положение. И какая-то хитрость, да, то есть, может быть, этот человек вас либо предупредит о какой-то хитрости, там, если кто-то что-то пытается вам в чем-то, ну, если кто-то пытается вам в чем-то помешать, да, этот человек может вас об этом предупредить, и таким образом вы защитите свои интересы. Либо же этот человек подскажет вам, как вам быть, как вам действовать, да, где схитрить, где быть более лояльными для того, чтобы получить желаемое. В чем будет ваша сила? В вашей жизненной энергии. Совет. Медитируйте больше, концентрируйтесь на чем-то и будьте собранными. Козерожки, карта дня для нас. Так, козерожки будут перед каким-то выбором. Что-то нужно будет для себя важное решить. Будете очень много думать. И, знаете, тут какая-то у вас мечта, какие-то идеалы. И вот вы будете думать, как этого достичь, как это реализовать. И я так полагаю, что вы сможете определить, как вам нужно действовать в итоге. Какая-то вас посетит очень хорошая, перспективная мысль, идея. И козерогов ждет успех. При том, что-то это будет такое стабильное, надежное для вас, ну, для нас. В чем будет сила козерогов? В мудрости. Мудрое решение какое-то будет принято. Совет. Ну, не следует бояться, следует идти навстречу своей мечте, навстречу своей судьбе. Как-то так. Водолеи, карта дня для вас. Так,
Так, ну, Водолеев тут какая-то будет трансформация, что-то будет меняться, меняться будет в финансовой системе для вас, да, вообще в финансах. Может быть, вы будете пересматривать бюджет, либо будете вести какие-то подсчеты, либо будете планировать какую-то поездку на дальнейшее, то есть, ну, вам потребуется определенная сумма денег. Может быть, вы будете искать себе автомобиль, допустим, да, вы захотите купить. Оформление документов, возможно, в этот день. В чем будет сила? Сила Водолея будет заключаться в том, что вы сможете легко что-то отпустить, да, отказаться от чего-то и поставить себе новую цель и эту цель достичь. Совет. Получайте удовольствие от жизни. Рыбки. Карта дня для вас. Но здесь рыбки будут решать какие-то вопросы, связанные со здоровьем, с паническими атаками. Будете пытаться разобраться, где правда, где ложь, допустим. То есть будете пытаться достичь вот какой-то справедливости, правосудия. Вы будете на стороне правды. Это будет для вас очень важно в этот день. В то же самое время рыбки в этот день постараются кого-то защищать, да, вот быть на стороне защиты. Вас ожидает счастье, успех в итоге. То есть вы достигнете, получите желаемое. В чем будет сила? А сила будет заключаться в том, что вы можете держать что-то под контролем. Вот свое настроение, да, свои мысли. И это будет хорошо. Совет для рыб. Отправляйтесь в путь. Какие-то перемены вас ожидают. Поэтому не следует этих перемен избегать. Да? То есть вам что-то нужно будет для себя пройти, решить, сделать. И все получится. Вот такой у нас получился с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго.